Итак, мы находимся в комнате, в каюте корабля «Norwegian Sun». Небольшой корабль, размещением где-то около 2000 человек, 1900 там с чем-то пассажиров. Пассажиров. Да, это вот каюта без окна. Такая нормальная, достаточно широкая. Нам хватает двоих. Поскольку в каюте приходится только ночевать, переодеться, приходить. Вот такие картинки ненавязчивые. Полотенчики. Так, столик, диванчик маленький. Телевизор тоже небольшой, но мы его редко смотрим, как правило. Журналы. Розетки есть на 110 и 220, да? 220. Телефон. Лед, стаканчики, мини-бар, сейф, такие полочки удобные. Так, так, посмотри. Так, смотрите. Здесь у нас жилетки спасательные, плечики, зеркало. Так. Полотенце, жидкое мыло, розетка для бритья, различные полочки, стаканчики. Так, проверяйте, говорит, температуру. Вот, полотенце, полотенце, фен такой, как пылесос. Этот фен, как пылесос формы. Такой старинный, отельский старинный. Мы слышим чисто русскую речь. Не хочет что-то делать. Ладно, не будем мешать. Ну, вот такой короткий обзор. Пока-пока. Кстати, мы пообедали в ресторане сейчас, поланчевали. И было довольно-таки вкусно. Мне понравилось.